каждый год традиционно. А спрой даже? Количество увеличивается. А он в жареный или в сырой будет? В сырой. Мы его закладываем в сырую. В сырую. И везем к месту жарки. Кладем в сотейник, берем сотейник с рыбой, берем одну рыбку, кладем в нее золотой кулончик, перемешиваем эту рыбу всю, где она находится, неизвестно, и потом по такими пучками на каждую жарку. Где этот кулончик попадется, никто не знает. И когда жарят, то есть это традиционная наша, вот этот кулончик, он небольшой, формы рыбки. Золотой. Вот это золотая рыбка натуральная. Корюшка. Золотая корюшка. Да. Так что обязательно будет. Каждый раз находит эту рыбку. Находит. Почему-то находит. Те, кто находит, еще и получают у нас подарки на сцене дополнительные. Помимо того, что оставляют себе. Чтобы не скрыли, то есть выгодно показать. Да. Конечно. Да. Детишки засовывают, детишки перемешивают. Никакого жульничества нет. Классно. Все детишки в сторону жизни. Да. А что-то бесплатное будет? Вот генеральская уха на 1000 литров хоть что-то дадут? Ну, нищет. Вы знаете, ведь дело, мы бесплатно не делаем, объясню, я это много лет говорю. Мы один раз попробовали сделать бесплатно. Ну, не хочу обидеть народ, скажу, лекторат у нас такой, что если что-то делается бесплатно, это начинается ходынка. Мы один раз на грибном фестивале сделали бесплатный грибной суп. Вот в этом котле. Мы бы видели, что творилось. Они как ринулись, мы думали, и котел сметут, и нас. Поэтому это ни в коем случае на таком массовом мероприятии нельзя делать. Он действительно дешевый, 100 рублей, это вообще не деньги, мягко говоря. Вот. Но бесплатно нельзя не потому, что нам жалко или хочется денег сорвать. Просто народ у нас... Деньги дисциплинируют людей. Да, именно дисциплинируют. Именно. Только поэтому. Но призовой фонд есть. А призовой фонд все бесплатно, да. И вот там вы читали, да, жутко подумали, сколько мы, наши партнеры нам надавали. Если это деньги переводить, страшно становится. Причем награды, как я понимаю, будут для совершенно разных категорий гостей. Абсолютно верно. Отгадал чего-то, награда. Куда-то кинул удочку, награда. За все, что сделали, за все будет приз, там, начиная от... мелких призов и кончая большими. Всеслав Ильич, ну как специалист по корюшке, написан будет конкурс рыбаков, корюшка же там, говорят, не ловится в районе Петропавловки. Во-первых, Петропавловка, на самом деле ловится, да везде.